Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала «Разносторонние интересы». Сегодня выехал я в лес по грибы. Сейчас у нас 9 октября 2018 года. Находимся мы на юге Полесья, Беларусь. Национальный парк Припятский. Сейчас уже 6:30 вечера. Решил я съездить в лес, пособирать грибов. Основная цель поездки у нас сегодня — это насобирать мухомора. Ну и если что-нибудь попадется с благородных грибов, это боровики, то соберем их. По дороге сюда, покуда ехал в лес, заскочил там на одну полянку, нашел, покуда что, всего лишь 5 мухоморчиков. Пойдем дальше. Раньше в том году тут хорошие росли, красивые мухоморы. Именно вот на этом бугорку, он сейчас перед нами, там перейдем низину. Вот растет багульник. Если кто не знает, такое растение. Багульник — это ядовитая тоже трава. Вернее, можно сказать, кустарник. Он растет такими вот ветками. Летом цветет такими зонтиками белыми. Ладно, вот вышли мы на бугорок. Место тут интересное. Постоянные грибы растут, тут и лисички. Наша цель — насобирать мухоморов. Будем делать лечебное снадобье, полезное при боли в суставах, при разных ушибах. Делается это, набиваю 3-литровую банку мухомора, потом ставят в темное место на 40 дней, чтобы он пустил сок при комнатной температуре. И когда уже через 40 дней этот сок пустит, отжимает сок и мешают с водкой 1:1 соотношение. Вот нашел целую поляну мухоморов красивых. Пошли мухоморы, значит, и белые должны быть. Много их резать не будем. Нарежем, чтоб 3-литровик был. Да и хватит. Благо, это гриба никто не берет у нас. Так что в лесу их море. Так, здесь порезали. Сейчас пойдем дальше. Проведу небольшие манипуляции с камерой. Так, все. Идем далее. На этом вот бугорочку хорошие мухоморчики постоянно были. А уже туда дальше, там и боровики. Вот. Еще мухоморы. Уже передают заморозки на ночь. Так что я сегодня решил добыть их, чтобы не померзли. Красивые и полезные грибы. Если кто знает. А так в основном их ногами все пинать любят. Как говорится, все лекарства находятся у нас под ногами. Не обязательно ходить в аптеке.
Вот перед нами видно еще поляночка. Старых, наверное, не буду таких брать уже. Сильно распустившихся. Суховатые. Ладно, пойду молодые шукать. Пройдем немного тут. Наверху порежем мухоморы, а там уже по низах поищем белых грибов. Хотя пониже лес. Так как уже через час полтора будет темно, то мы здесь пробежим по-быстрому, глянем и пойдем туда, в наше излюбленное место, где холодные гулья стоят. Посмотрим. Боровики должны быть уже. Когда последний раз я был, нашел одного боровика. Молоденького. Так что должны уже расти. Есть, пробовать мухоморы не будем, так как сейчас любят все. Ну, а кто снимает ролики, типа мухоморы едят. Можно сказать, немного я простыл. Вот что с мухомора делать. Желательно препараты наружного применения. Ну а внутрь уже так все яды с осторожностью принимать. То сейчас весь YouTube в роликах, как едят мухоморы, типа чтоб сознание изменить. Изменить сознание можно и другими путями. Без грибов. Ну вот сейчас я увидел помимо мухоморов кое-что красивое. Сейчас вам покажу. Обалдеете от такого зрелища. О, боровички пошли уже расти. Вернее, это белый. Я боровиком называю эти, что с такими коричневыми шляпками. Их черноголовиками у нас называют. Так, нож после мухомора я об землю вытру. На железо мухомор не прилипнет. Это не поганка, что резать даже нельзя. Вот еще здесь грибок какой-то. Это у нас грусть. Грусть красивый. Грусть покуда брать не буду. Можно и не доставать с земли. Ладно, заберем мы белые. Я отдельно пакетики взял для белых. Беленькие грибы целые, червя в ножке не видно. Пойдем дальше.
Наверное, я закреплю наш фотоаппарат на шапку, просверлю в козырьке дырку и в эту дырку закрепляю фотоаппарат, чтобы руки свободные были. Единственное минус у нас это, что не видно толком, что снимаю. Но со свободными руками получше. Если вот видно сейчас, то вот наши белые грибы, я их положил отдельно в пакет. Так, здесь вот мухоморы в ведре. Пойдем дальше. Грузди покуда хай лежат. Спешить не будем. В этом месте в том году много боровиков росло. Так что медленно походим. Посмотрим, что еще сегодня найдем. Если будут боровики, то завтра съездим. Вот еще один боровичок. Буквально мы вот тут брали только что, вот здесь. А это вот в сторонке сидел. Такое неприметное. Ну, заберем. Уже три нашли. Хорошо, просмотрим все. Это бугорок какой-то. Грузде. Грусть. Ладно. Буду и грузди брать. Беленький, красивый снизу. Поставлю пакет в ведро. С мухоморами так. Идем дальше. Раскрытых мухоморов брать я не буду. Чем искать плотные, не распустившиеся. Вот красивый мухоморчик. Режем, забираем. Сейчас уже осень, вечер, в лесу полнейшая тишина. Если стать тихо, то нигде даже ничего не пищит. Очередной мухомор. Ну еще до 3 литров много надо рвать, резать вернее.
режем мухоморы. Когда приседаем за грибами этими, за мухоморами, смотрим по сторонкам. То, что когда присаживаешься резать то ли гриба, то ли мухомора, снизу по горизонту видно хорошо, где что произрастает. В частности, грибы. Вот сразу видно мухоморы впереди, он два. Еще по сторонам ничего. Пойдем на наше секретное место, сходим там. Должны быть боровички. Конечно, если успеем до темна. Туда-то и недалеко, где-то километр еще нам. Уже в лесу открыли шлагбаум. Заезжать можно. Но тут уже от низины, где я машину бросил, где мы заходили. Там, где улья, получается, километра полтора туда идти. Ну, конечно, ближе, чем от дороги. Вот уже нарезал мухоморчиков, сразу вес почувствовал. Тут хорошие, они сухие. Так что и раскрывшие берем. Да и много. Смотрим по сторонам. Боровиков покуда не видно больше. Вот а три попались. Это тот лесок молодой, обойдем. Одним кадром я снимать не буду все, потому что нет у меня нормальной программы, чтобы видео монтировать. Лучше получается сериями загружать напрямую. Вот кто-то грибка срезал, значит, днем уже тут походили, не только мы. Буду снимать серию по полчаса. Ссылка на продолжение будет снизу под описанием видео и также в продолжении на предыдущей серии также буду ссылку ставить на изначальные серии. Ладно, тут что-то у нас уже нема особо. Пойдем сейчас в ту сторону, где солнце садится. А там по просеке, по болоту перейдем к ульям. Что-то беленьких больше не видать. Мухоморов тоже. Все пособирали. Скоро белорусы и поганкам применение найдут. Не только мухоморов. Это у нас просто бугорок песка. Так, обычно под такими бугорками рыбы прячутся. В таких вот местах спешить не надо. Где листья много, сберез пестра.
Хорошо, мухоморчики. Конечно, искать удобно или то, или другое. Потому что мухоморы красные, а белые грибы более темные. Свое внимание переключаться с одного на другое неудобно. С темного на яркое. Ну, надо развивать внимание, чтобы все замечали. Не только разноцветное и яркое. Вот. Вам примерный кадр. Сидит белый гриб. И рядом вот мухомор. Заметила сразу мухомора. Глядно на его, потом в сторонку. А здесь вот белый в 2 метрах. Нож я после мухомора обтираю вот песок об землю. Вот такой уже желтый. Это не белый уже, конечно. И с червяками. Ай, заберу, может шляпка целая будет. Дома лишнее брежется. Конечно, хочется мне до темна сходить в свое место, поискать черноголовиков. Так что будем быстро ходить. Вот, я гляну, не будет ничего, если более такого интересно, а то пойдем сразу туда. Мухоморчики. Опа, прямо в грибы заброшены. Вытащила. Там у нас грусть, можно сказать, 3 белых, это последняя, не считаю, за гриба, так как он желтый с червями. Сегодня вечером это все лоткуем, как говорится, порадочим, положим все дело в банку и запрашиваем в темное место. Сок будем всего добывать с мухомора полезный в определенных целях. Лежу сразу по сторонам, вон еще мухомор один. Ну, мухоморов хватает. Чего-чего этого добра у нас в лесах валом. Даже не один их, это целых 3. Так, уже нарезали, наверное, литр. Может, меньше будет. Короче, будем пилить, покуда будем бачить их. Потом то, что после мороза уже мухоморы будут не те. Хочется с красивых все делать. Ну-ка этот, заберу этот не сухой, пойдет. Так, уже нормально так напилил мухомора. О, поперли с поршнячком.
через каждые 10 метров вот этот красавец, совсем плотный такой, тяжелый. Соус его ножка, мухомора это. Не знаю вообще, ножки настаивать надо или нет. Ну, основные то содержатся компоненты это в шляпках. Так что ножки брать не буду. Ведро потяжелело уже. Насобирал малость. Так, ладно. Надо нам найти проход на ту сторону. Пойдем. Болото я не буду, наверное, снимать, как буду переходить. Уже на другой стороне включусь. По-новому. Эту серию, покуда будем заканчивать, вот на этих вот мухоморчиках, что я только что заметил. Потом уже перейду, там включусь. Все равно у меня фотоаппарат снимаю по полчаса видео. Как не пробовал я его настраивать, все равно полчаса получается. Ну, чтобы не монтировать, так как не умею особо этим делом заниматься, то будем снимать полчасовые серии. Так что всем, кто смотрел эту серию, спасибо. Ждите продолжения. Будет по ссылке ниже в описании. Дам ссылку. Всем удачи. До свидания.